Ты видео снимаешь? Короче, путешествие по Германии. Это на самом деле не то, что вы думаете. Если вы думаете, что это сел, доехал минуту в минуту, то это не так. Первый поезд опоздал на 50 минут. Второй ориентировочно тоже на 50. Но мы стоим. Мы стоим, соответственно, уже это будет больше 50 минут. Если бы мы не были такие отчаянные путешественники, которым это в кайф даже, все, что происходит. Потому что мы сейчас, согласно новому расписанию, без 20 час должны прибыть в Дрезден. Но то, я думаю, это мало кого радует. Но нас радует, потому что это же все часть путешествия, все приключения. Вот сейчас бы доехали, даже кофе бы не попили. Вот такое интересное я никогда в жизни не видела. Там, короче, вот наливают кипяток вот в эту часть. Ну, вот и вот так здесь через сеточку вот эту пьешь. Вообще невкусно, конечно. Но с палочкой фикс ничего. Всем привет, я между Лейпцигом и Дрезденом.